Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята... Сейчас, секундочку. Что-то я посмотрю. Так, ладно. Ребят, начал я тут строить, как я, в принципе, уже говорил, да, что нужно будет построить плавильню. Ну, пока что получается вот так, как бы... Что-то коробка какая-то. Ну ладно, потом как-то попытаемся разукрасить ее. Есть пару идеек. Но это уже потом посмотрим. Ладно. Вот так у нас, в принципе, тут в середине. Я уже сделал одну плавильню, да. Тут еще бы осветить нужно получше. Это вообще толком. Сейчас-то ни хрена шейдерами не видно. А что ночью будет? Так. Вот так у нас тут будет. Тут у нас будет вот это. У нас будут 4 плавильни, потому что больше, в принципе, даже нет смысла делать. Вот тут, когда заходим, тут у нас будет плавильня априконов, да? То есть, смотрите, в верхний сундук мы ставим априконы. Твою ж мать, оно там не открывается. Я и забыл. Ладно, давайте тогда вот так сделаем. Чтобы там открывалось, то я просто там крышу делал, еще как бы не доделал, да? Но нужно доделать. Так, а где оно? Где оно? Вот по идее... Нет, не вот тут, ладно. Ай, что там? Так, вот тут нам нужно вот так, а оно у нас вот тут, да? Да. И нужно, я не знаю, вот так, да? Ну, в принципе, по идее, то так должно быть, да? Ладно. Тогда, в принципе, вот тут с этой стороны уже тоже сделаем, чтобы потом... Когда делали вот так, отлично. Сейчас уже должно открываться и, в принципе, должна там уже полностью плавильня работать. Да. Вот сюда мы ставим априконы. Так, давайте мы, в принципе, уже сразу все априконы перенесем оттуда с мельницы, да, можно сказать, в нашу плавильню. То есть тут у нас тростник, да? Тут у нас. Так, еще вот это переплавить нужно. Пережарить. Так, тогда вот эти печки вот тут, в принципе, нафиг даже не нужны. Так как мы будем все жарить там. Да, в принципе, этот сундук, по идее, тогда не нужен. Хотя нет, этот сундук тут нужен, так как... мы... Сейчас, вот смотрите, ребята. Вот у нас как бы мельница, да? Тут мы будем собирать априконы, да? То есть мы тут собираем априконы. Сейчас давайте все сразу же соберем. В принципе, там у нас и так куча их, поэтому даже мы не делаем те же ультраболы, но все же давайте собирать. Так. Да что-то собираем. И как у нас было, мы их вот так собрали, да? Понесли вот сюда. В мельницу, да, вот тут в печках пережарили и потом поставили в сундук. Но сейчас мы будем делать вот эти априконы, которые мы собрали. Мы будем их нести в плавильню. Ну, как это можно назвать? Ну, в принципе, там не только плавится, но и жарится, да, там и еду будем жарить, и априконы. Но все же, как бы, пускай будет там плавильня. Мы несем это туда, там жарим. И потом возвращаемся и кладем их сюда в сундук. Объясню зачем, потому что чтобы мы не все делали в одном доме, то есть это будет уже как-то однообразно, да, если, например, мы все ресурсы будем таскать в доме будем жарить, в дом будем в сундуках складывать, в доме будем делать себе ультраболы и все делать. Это уже будет как-то... А так нам нужно больше как бы бегать и передвигаться и все такое. То есть дома мы спим, да, тут мы выращиваем еду, потом несем в плавильню, там жарим, забираем, кушаем. Идем сюда, собираем тут априконы, несем в плавильню, жарим, потом возвращаемся сюда. И мельница у нас как раз специально будет для того, чтобы тут делать себе ультраболы, да, то есть тут в сундуках его есть вот эти молотки, да, и с помощью молотков, да, мы себе тут делаем ультраболы, да. Поэтому, в принципе, чтобы передвигались туда-сюда, шли, например, если у нас плавильня, да, то есть мы там жарим еду, мы там жарим, переделываем блоки, да, мы там плавим ресурсы, да, то зачем мы все делаем в плавильне, а приконы будем жарить в мельнице? То
То есть и там у нас будет, и там у нас будет. Я поэтому, ребята, сделал плавильню, что, например, еду мы жарим дома, а приколы мы жарим в мельнице, и все остальное тоже жарим дома, чтобы ни там у нас не были раскиданы ресурсы, да? Все мы жарим в одном месте. И еду, и ресурсы, и блоки, и что, и априконы, да? Потом все у нас находится в плавильне, и с плавильни мы забираем то, что нам нужно. Еду, забираем еду. Блоки какие-то построить нужно, забираем блоки. Априконы сделать, ультраболы, забираем априконы, идем сюда, делаем вот тут ультраболы, да? Поэтому пускай будет вот так. Так, тростник тоже уже собрать нужно. В принципе, тростника у нас и так куча. Ну, пускай будет, ладно. Я уже, ребята, как раз думаю, нужно себе все-таки сделать портал в арт и пойти себе ресурсы там надыбать, да? И, в принципе, пускай он у нас будет, так как как бы должен быть, да? Чтобы и туда иногда идти. Ну, как иногда. Мне туда нужно пойти только за глоустоном, хотя бы себе там пару стаков надыбать, чтобы он у нас был, да и все. И больше уже туда не нужно было идти. Немного адского камня, да, я хочу сделать украшения, да, то есть светильники с него, чтобы они там горели, да. И, например, да, в принципе, и кварц даже можно. Что-то сделать из кварца, даже вот этот пол сделать из кварца, или потолок сделать из кварца, чтобы не было все так однообразно, как бы с пару блоков, чтобы еще больше было. И вот, кстати, я вот тут такую картину поставил, чтобы тоже украсить немного, да. Вот, кстати, я вот тут рамки поставил, что, например. О, это что еще? Так, сейчас. Так, я вот тут поставил рамки, да, чтобы вот, например, тут не пережаренные априконы, то есть ставить их вот сюда. Тут у нас уголь, вот по этих сундуках, то есть сюда нужно ставить. Твою ж мать, это тоже не открывается. Тогда. Вот так. А еще один блок где? Ладно. А, вот он, что-то. Так, сюда ставить уголь, чтобы этот уголь как бы шел. И вот тут у нас печки за картиной, да, я их просто спрятал, чтобы картина, да, была. Вот тут, например, мы ставим априконы, да, они спускаются вот сюда в печки. Тут у нас сундуки, где ставить уголь. Уголь тоже спускается в печки. Все у нас тут. Что пережаривается, спускается вот тут уже. Пережаренные априконы спускаются и вот сюда. Я уже немного тут пережарил. Вот так, в принципе, у нас. О, у нас тоже есть априконы, поэтому вот ставим вот сюда, видите? Начинает жариться. И ставим сразу же вот эти, чтобы они тоже потом шли. Это начинает жариться. Еще не пережарилось, да? Нет, уже две штуки пережарились. Так, ну что, давайте посмотрим. Во, еще две, ну, в принципе, вот так оно работает. Я так думаю, что сейчас можно еще одну вот тут сделать. То есть тут у нас будут жариться ресурсы. Еда, давайте еда пускай у нас будет жариться. Так, что нам нужно? Нам нужно, ребята, 1, 2, 3, 4, 5, 6 сундуков. У нас есть 6 вот так. Пускай они будут вот тут. Да твою ж. Вот тут. И нам нужно еще 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть нам еще 6 сундуков нужно. Так, 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 так. Так. Отлично. Сейчас, ребята, нам нужно сделать. Нам нужно сделать вот те штуки. Так, у нас уже почти что и железо не осталось, хотя у нас в сундуках там еще есть железо. И вот так, отлично. Что нам еще нужно? Нам нужно 6 рамок нам нужно. Вот то, что 6 рамок. Да нет, в принципе, есть. И кожа есть. Вот так. Вот так. И делаем себе 6 рамок, отлично. Фу, ну что, давайте, ребята, сделаем. Сразу вот на этой стороне 1, 2. На этом мы ставим вот так 1, 2. Сюда мы ставим 2 печки. Отлично.
Так, сейчас давайте-ка мы поднимемся. Ай, ты ж. На это мы ставим еще два вот этих. И на это мы ставим два сундука. Отлично. Так, сейчас. С этой стороны. С этой стороны, с этой стороны, с этой стороны. Вот так. Нет, сначала ставим сюда. И сюда. Так, давайте вот так тут сделаем. Да, с той стороны так. Ай. Вот так. И сейчас. Сейчас нам нужно на это поставить сундуки. Ай. Да ты ж. Ух, сундук сюда. Да, в принципе, все. Только нам не хватает вот этот сундук поставить, и все. Вот сюда, отлично. По идее, все. Должно работать. Давайте сейчас проверим. Еды у нас, в принципе, даже жарить тут нифига нету. Давайте сначала идем поспим, ребята, а то ночью как-то не очень. Идем быстренько поспим. И посмотрим, жарится ли оно. Как раз нам домой нужно, чтобы еду какую-то взять. Фух. Ну чё. Давай, спим. Отлично. Так, еда, 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 еда. Какая-то у нас там должна быть еда. Давайте, например, вот это. Как раз. Так, яблочки я немного. Деревья порубал, да, так нужно было дерево. От дерева у нас уже обычное кончилось, поэтому нужно было немного дерева. Как раз выбил немного яблок, пару штук. Так, отлично, нормально, так уровней дало. Чермилин уже 33-й. О, так, сейчас там босс, кто это? О, нет. Это он или кто там? Кто там босс? Да, отлично. Так. Отлично, и давай Пикачу, если его не убьют. Убьют. Вот Тентакруэля, по идее, тоже должны убить легко. Так как не убьет. Нет, отлично. Так, отлично, отлично, отлично. Уровень вроде бы не дала. Ну ладно. Вот как раз, ребята, сейчас мы доделаем плавильню. После плавильни, ребята, мы уже начнем себе делать магазин, потому что магазин действительно очень нужен. Как-то мы с ним затянули. Так, это сюда. Отлично. Магазин действительно нужен. Чтобы продавать вот эти все ресурсы, давайте только... Я же вроде там считал более-менее. Вот, например, тут у нас уже куча алмазов. И тут у нас уже больше, чем 100-200 алмазов. Точно, мы же еще, ребята, можем покупать легенд, так как мы делали в прошлом сезоне, да? То есть только тех легенд, которые с алтарем. То есть Молтрес, Артикуно и Забдус. В принципе, можно так сделать. Так, ладно, сам напал. Не убей, не убей, не убей. Вот так, отлично. Чё ты? Так. Фу-ху-ху-ху-ху-ху. Сейчас, говорю, просто вот эту плавильню сделать до конца, чтобы она уже была полностью доработанной, чтобы потом не бегать, чтобы не начинать делать магазин, да, потом как бы мы начали делать магазин, а ещё плавильня даже не доработанная. Так, давайте половинку вот сюда. Отлично, половину вот сюда. Отлично, это работает. И 7 вот сюда. Все, вроде все жарится, отлично. Сейчас посмотрим. Ну? Да, все жарится, ребята. Отлично. Так, это у нас тут кто? Нет. Туда нет. Не будем идти. Отлично, ребята, все жарится. Давайте сейчас как раз еду тут соберем и пережарим. А, у нас же дома еще даже еда есть. То есть у нас дома в сундуке тоже куча... Куча вот этих. Ну, картошки, да, которая тоже не пережарена. А можно пережарить. Так. Так. Отлично. Ну, полстака, чуть-чуть больше.
Так, и морковка, морковка, морковка. Тоже мы собираем. Отлично. Сколько там? А, у нас уже было, да, немного? Ну, то, что мы кушали. Так, сейчас. Так. И... Отлично. Это тоже мы сажаем. И все, идем домой. Возьмем, там тоже еда есть. И пережарим. Уже все полностью, чтобы было пережарено. Только не убей. И... Отлично. Фух, там за окном, ребят, я думаю, слышно вам, не слышно. Просто там звуки машин такие. Так, тут у нас... А, тут у нас тоже жарится. Ну, как бы, переделывается, да, камень. Так, сейчас еда, 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 еда. Что мы тут можем? Вот так. Отлично. Это мы ставим. Да, хотя нет, вот как раз вот это 17 штук возьмем или сколько там. Отлично. Так, что-то мы можем выкинуть, что у нас в инвентаре мешает. Так, как раз, например, вот это, эту, это. В принципе, это тоже пока что. Так, отлично. Побежали, побежали. Как раз мы это все сейчас пережарим там, да, и все. Вот так. Отлично. Вот сюда. Хотя тут, в принципе, нету толком-то и... Так, печки. Можем мы... Ладно, там, в принципе, угля-то толком тут нету. Ну ладно, пускай это все работает. В принципе, угля тут действительно толком нету. Нужно потом будет еще немного где-то... Хотя нет, есть там у нас уголь. Сейчас давайте-ка домой опять быстренько сбегаем. Так, это у нас тут кто? Спиро. О, тебя можно убить. Боссов нужно убивать, в принципе. И будем мы собирать... И вот эти... Шмотки, да? С покемонов. У нас и так их уже куча, но будет еще больше. Так, отлично. Ладно. Ух ты. Отлично. Так. Сейчас, куда я шел? А, домой за углем и шел. Там же вроде еще полстака где-то есть приблизительно. Приблизительно, точно не знаю, но где-то там еще было. Потому что шли мы в шахту, да, и нашли там. Ну, в принципе, нормально так угля. Так, это... Фу, ну что, давайте возьмем, ребята. Поставим... Так, это еще там кто? Опять дуб трем. Ну да, почти что стак. Ну, в принципе, и железо тут так неплохо. Так. Вот так. Ну что, побежали домой. Побежали... какие домой? Побежали мы вот сюда. И... да, нет, не сюда, немного дальше. Вот сюда. Отлично. Так, сейчас. Сюда половину. И сюда половину. Вот, как раз. Отлично, это все идет. И вот тут уже, ребята, все жарится. В принципе, отлично. Так, сейчас. Сейчас вот. Нам нужно... Вот так. Нет, не сюда. Вот сюда. Вот сюда. Сейчас это вот сюда. В принципе, как там. Сейчас рамки. Вот они. Вот сюда. Отлично. Берем тут. Тут. Это вот сюда, это вот сюда. Там ж, давайте возьмем картошечку пока что. Поставим ее вот сюда. Тут пускай будет картошка, тут потом что-то другое поставим, что можно пережарить. Хотя, в принципе, морковку, да, и все вот сюда поставим, да. А вот тут уже возьмем пережаренное. Вот так.
И вот так. Вот так у нас, ребята, получилось. Тут еще картинку тоже можно. Нет, не такую. Не такую. Да идите сюда. Не такую большую. Нет, какую-то другую. А то с двух сторон будет одна и та же. Как-то не хочется. Да не такую большую. Ну. А, упала в одну сторону, оказалась в другой. Так. Картина, ты что, прикалываешься? Картина. Во! Отлично. Все. С двух сторон уже готово. То есть тут у нас априконы, тут у нас еда. Тут у нас, говорю, потом будут ресурсы и блоки. Вот. Все, вот так у нас, ребята, плавильня получается. В принципе, отлично, мне нравится. Тут у нас захотел, взял, тут поставил, тут взял уже пережаренное. Тут тоже априконы. Вот уже пережарились тоже, что мы поставили. Отлично. В принципе, все, ребят, сейчас мы не будем это все делать. Так, тут у нас кто? И тут у нас кто? Пиджиотто. Вот тебя можно убить. Пиджиотто. Где ты там? Что-то я еще хотел сделать, но, если честно, уже забыл. А, ну то, что в ад пойти, да, нам нужно. Как можно быстрее. И точно, вот что... Да не ты. Вот что я хотел еще, ребята, точно. Вот что я хотел. Это... Стекла поставить в плавильню. Только стекла не... Ребята, еще один мастербол. Отлично. Отлично. Еще один мастербол выбили. Вот то, что я хотел не обычные стекла поставить в плавильню, а какие-то, например, там оранжевые, да? Но перед тем, как сделать стекла, нам, в принципе, песок нужен. Песка у нас вроде вообще нету. Ну, зато там есть куча... пустыни, да? И, в принципе, там мы можем... Все это, ну как бы, в пустынях, ну, найти себе как раз песка нормально. Песок, и я хочу, например, оранжевые там стекла туда поставить. Оранжевые стекла, это нам нужно оранжевый... О, нет, это какой? Да, оранжевый краситель. Вот, отлично. То есть 8 стекол у нас уже есть оранжевых. Так, нет, это желтый я не хочу. Конечно, а, нет, вот еще один оранжевый. Да, в принципе, хватит, не так уж и много этого нужно. Вот два. Потом поищем, просто сейчас как раз ночь. Давайте как раз поспим, ребята. Стекла мы потом, наверное, это все пойдем в ту же пустыню, там нормально так, песка себе. А, ну, в принципе, как раз сейчас давайте посмотрим. В блоках тут у нас нету. Тут у нас 27 песка. Не знаю, ребята, хватит, не хватит. Как раз сейчас бы мы в плавильню понесли, а сейчас будем вот тут дома плавить. Пережаривать, точнее. В принципе, нормально, ребята. Уже более-менее так плавильня есть. Говорю, сделаем плавильню. Сделаем магазин и, в принципе, потом уже даже строить толком ничего. Не, хотя, может, еще потом второй дом построим, но это уже потом просто так, чтобы был. Это потом мы уже, ребята, посмотрим. Половину я потом сам доделаю, не буду я его так строить, чтобы... Хотя потом посмотрим, ребята, я говорю. Тоже отлично, две плавильни у нас уже есть, еще две осталось, и, в принципе, все. Ну что, ребята, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.